Запорожье за чистый Днепр. С таким девизом жители города вышли на субботник. Его организовали местные общественники. В этот раз порядок на суше и на воде наводили в районе протоки Дамаха. На экологической акции побывали и наши журналисты. С самого утра запорожцы собираются на берегу урочища Дамаха. Люди пришли сюда, чтобы навести здесь порядок. Перед началом субботника инструктаж по технике безопасности. Активистам объясняют, как правильно управлять каяками и байдарками. После участники разбиваются на группы и спускаются на воду. Организаторы говорят, мусора здесь очень много. Скажу, что очень загрязненные, потому что приезжают рыбаки и весь пластик, допустим, оставляют здесь. Людей, которые рыбачат и отдыхают на воде, очень много. Организаторы рассказывают, такие мероприятия помогают не только привести в порядок территорию, это еще хорошая возможность отдохнуть от городской суеты и полюбоваться природой. Да, я буду плыть, потому что это уже часть моей жизни. И любовь к городу, и отношение к городу, я бы так сказал. А уборка территории, это все уходит к отношению к городу. Весь мусор с берега и воды активисты собирают вот в такие мешки. Их накопилось немало. Такие субботники нужно проводить чаще, говорят участники акции. В первую очередь мы хотим людям донести одну простую мысль, что мы живем с вами все в одном доме. Если мы в этом одном доме не будем убирать, а будем только мусорить, этот дом превратится в помойку. В субботнике приняли участие около 20 человек. Организаторы обещают проводить такие генуборки и дальше. Надеются, в следующий раз желающих навести порядок будет больше. Марьяна Сарапий, Владимир Шот, телеканал МТМ.